вам положено на газоне? А мне какое дело, понимают или нет? Который? Можно вас помнить? Газона давайте, уходите. С травы уходите все. Нехорошо. У себя, наверное, так не делаете. У себя где? А то вы по-русски не понимаете. Нельзя это делать. Если вы все размяжетесь на траву, да... Что, фу? Я вам... Травы не будет, вот что будет. Я просто хотел, что весь город лежит в траве. Любимый город Петербург, Ленинград, Петроград – это мой родной город. Я родился в нем 28 лет назад. Но не знал, что буду рисовать. Может быть, все рисунки, которые я сделал за свою жизнь, может быть, и несут на себе печать ребячества. Ну, это, наверное, все-таки большая доза оптимизма. Тех же фигуратистов я познакомился году на два позже, нежели чем сам начал рисовать где-то, ну, где-то в этом же духе, в этом же стиле. Естественно, было очень радостно узнавать себя не одиноким. О будущем как-то трудно думать о какой-то большой отрезок времени. Скорее всего, как-то реальнее себя, может быть, осознайте в жизни. Серьезными художниками я себя не считаю, потому что, ну, не знаю. В принципе, но сама такая мечта была, это, конечно, космонавтом. Я до сих пор мечтаю стать космонавтом, хотя это очень сложно теперь. Для себя или для людей рисую просто так. Иногда мне хочется, вот я нарисовал картинку, иногда мне хочется просто ее сжечь. А иногда просто хочется кому-нибудь подарить ее. Когда я рисую, я думаю о том, что... Да, я ни о чем не думаю, в принципе. Мне просто нравится нюхать краски, по крайней мере. Я каким буду планом? Я не думал о том, что будет завтра. Я думаю, что не сегодня. Живу только сегодняшнего дня. Да, конечно, я могу сказать. Тем людям, которые видят мои работы, может быть. Я могу им сказать только одно слово. Асса. Асса, товарищи, асса. Мы, в принципе, тоже раньше мы прошли через это, и сейчас стараемся сделать какой-то собственный стиль одежды, собственный стиль поведения, собственный стиль переживания, наблюдения. И тем не менее, я как представитель поколения определенного, наверное, выражаю переживания и наблюдения этого поколения. Я думаю, что иногда, я думаю, у каждого человека появляется ощущение, что он в клетке. Но в какой-то психологической клетке. Именно главное различие заключается в том, что все, что нами движет, это энтузиазм и тяга. Просто какая-то future. At first I wish that in future not problem, no war. Если то, что мы живем серьезно, то что я рисую, то, что мы все вместе рисуем, это тоже так же серьезно, потому что, в общем-то, это шутка. О природе, о людях, об открытиях,
и о многих других вещах. Жизнь, смерть. То есть нормально. И делаю то, что мне хочется. Я думаю, что это хорошо. Все на самом деле зависит только от человека. Если он сам чего-то хочет добиться, он добивается этого в жизни. А что, а почему мы не можем делать то, что мы хотим? А две разницы, официальная и неофициальная? Потому что, в общем-то, ну а что? Нет, ну не совсем верно. Ты, может быть, хотел сказать контркультура. Нет, я не хотел сказать. Это не является, как раз не является контркультурой. А ты не является контркультурой. Хотя многие... Я думаю, что будущее, очень великое будущее, то есть мне даже страшно о нем подумать, потому что я просто боюсь. Я думаю, что мы скоро все это дело свернем, потому что будущее... У меня большое сомнение поэтому, но мне будущее нравится. Я вообще, честно говоря, живу в будущем. То есть меня сейчас нет здесь. Я уже там, в будущем. Но, в принципе, вступить в Совет художников я бы мог, скажем, взять, пойти учиться в какое-нибудь высшее художественное учебное заведение, окончить его и вступить в Совет художников. Но мне, собственно, это не нужно, потому что в своем творчестве я уже с каким-то коллаж почти полностью. Последние годы краска для меня это как дополнительный деталь, вырезки. Они вырезки создают. Ну, в целом, ну и в целом вообще вся атмосфера русского футуризма, все наши деятели, все, что они делали, это очень нравится нашим всем ребятам. Они как бы передали нам такое ощущение продолжения дела. То есть мы теперь уже просто продолжаем дело наших так как бы предков. Лучше все действительно имеет поступательный процесс развития. Мы все меньше встречаем каких-либо препятствий на пути вообще. Открываются все более широкие перспективы. Вот. То, собственно, вот в этом смысле, так сказать, развитие искусства именно. Thank you.
Да довольно-то нормально. Thank you.
Thank you.
три. В сумраке ночи иду я на ощупь. Чему удивляюсь, иду спотыкаюсь, и куда мне очи. Я шляпу беру, оказалась лягушка. Жену обнимаю, ю-ю-ю, а это подушка. Погладил кота, оказался уют. Окно открываю и чувствую вдруг, что сыростью ванна притом не струится. И я за чернильницу принял макету. We'll be right back.
процессе достигает дна. Поздравляю.